друзья, как вы думаете, вот эти две тележки я смогу уволочь домой? Дим, заберем? А как же? Не хочет. В общем, в Икее началась распродажа с 2 по 29 июля. А мы всем подписчикам говорили, что не будет, не будет. Ну ничего, ничего. Ну, не, на самом деле говорили, что ее не будет. Даже не готовились к ней. Но... Вот мы, говорю, в комментариях и отвечали, что не будет. А вот видите, ну, вот распродажи оно и есть. Распродажи быть. Поэтому сейчас мы вам покажем, слили ли распродажу в этом году, сделали ли ее адекватную, либо так кинули, ну, так вот, знаете, как кидают, да? Чтобы было. Чтобы было. Вот. В общем, мы готовы. Погнали. Вот такие чехлы на подушку. Малин Мария, два цвета. Черно-белый, кстати, они двухсторонние, сейчас покажем на большой подушке. И красно-белый. По 199 рублей вместо 299 рублей. Получается скидка примерно 30%, да, 100 рублей от 300. Вот такой вот чехольчик. Это его попка. И точно такой же черно-белый. Классический икеевский чехол. Ничего в нем такого нет, просто хлопок, кстати, не залинивает, имейте это в виду. Главное, температурный режим соблюсти. Фактически, я считаю, что здесь как бы даже три цвета, да, к трем видам интерьера может подойти. Он еще и на замочке. Обычно Нижний Новгород делает сюда самые топовые предложения. Если это топовые предложения, то мне как-то печально будет. Но посмотрим, что распродажа покажет. Свечка. Монстера лист, не ароматическая, 59 рублей. Красота только в стаканчике. Внутри обычная свечка. Запаха нет. Когда она у вас прогорит, у вас останется красивая баночка. Стекло 59 рублей. Контейнеры глисс. В какую же распродажу подряд они попадают? Ну, один только ежик в тумане знает, да, Дим? Да. И они бесконечно в каждой распродаже на них скидывают 30 рублей, и это считается сейлом. Ну, кстати, контейнеры очень удобные. Миллион раз про них говорила. Мне кажется, они практически у всех подписчиков, любителей Икеи есть. Умещаются карандаши, ручки, куча мелкого хлама. И можно спокойно все это хранить, да? То есть весь детячий хлам, который развален по столу, можно хранить вот в таком виде. И не виде. Только, я тебе скажу. И не только. Дима свой димастый хлам хранит. Дальше. Вот такая летняя коллекция баночек Коркин. Баночки Коркин 130 мл в Икее постоянно в ассортименте. Но этим летом, ну, типа под Монстеру, да, по факту другой лист какой-то, малыши. А прокладок вот эти отдельно, ребят, не продаются. Имейте, пожалуйста, это в виду. И если вы ее потеряли, то попрощайтесь с ней навсегда. За 229 рублей сейчас стоит без рисунка базовые баночки, с рисунком 199 рублей. Поэтому, кто хотел, не спим. Видите, вот она спрыгнула. Мы вот так положим и уберем. Ну, какое счастье снимать, когда ярко. Классно? Ой. Чипсы. Кто кушает икеевские чипсоны, скидка 10 рублей. А, давайте сразу проверим, можно ли их кушать, или это голая химия. Так, 50 грамм, 59 рублей. А срок изготовления март, годный до сентября. По сроку годности для чипсов, в принципе, неплохо. Картофель, подсолнечное масло, смесь специй, сухой глюкозный сироп – это сахар, декстроза – это сахар, просто сахар – это сахар, соль, луковый порошок, ароматизатор, регулятор кислотности, молочные и лимонные кислоты, винный уксус, порошок сушеных белых грибов. В принципе, с учетом того, что я напихана до хрена сахара, пойдет. По жирам 27 грамм, белков, соответственно, нет, углеводов 61, а нет, белок есть 8,4, углеводов 61. Ну, слушай, я бы сказала, для чипсов не самый страшный состав, так что иногда можно. А синенький состав? Чем будет отличаться у нас? А все то же самое со вкусом лука-порея. Энергетическая ценность, а даже углеводов на 1 грамм поменьше. Так, пока там смотрят. Это Таня, режим химика. Кстати, вообще обращайтесь, я очень, особенно в Инстаграм по этому поводу пишите, я очень люблю сравнивать составы. А, добавок, смеси, в общем, всего чего угодно. Ну уж на омеге, наверное, рыбу съест. Кого я там могла съесть? Рыбу съела, да, Дим? Возможно. Так, пледик. Nordhild. Кстати, скидка 200 рублей. 300 рублей сейчас стоит. Пойдем его покажем поближе. Этикеточка у нас где? Этикеточка. Не, я под стенником стою. А нет, я вот хотела вот сюда, вот она. Можно стирать в машинке. Очень на Альвина похоже. На Анумию, на пледики. Уважаемые покупатели, по указанию
Руку покажешь? Вот кольцо просвечивает. Ну, в принципе, не колючий. Дальше. Вот такие подушки. Подушка Somarester. 30 на 60 стоит 150 рублей вместо 300, то есть скидка 50%. Но это летняя линейка, имеется в виду, это выводится из ассортимента. То есть кто ловил, потом, чтобы не плакали, что они закончились. Вот такие вот бумажные салфетки, 70 рублей скидка, то есть так они стоят 170, это 99 рублей. Яркого салатового цвета, кстати, киевские салфетки, это единственные салфетки, которые по моськам у вас не размазываются. Имейте это в виду. Давайте покажем еще разок. Фантастик. Фантастик. Фантастичный салфетка. Фантастичный. Печеньки. На печеньке, на печеньке скидка 20 рублей. Печенье малиновое, печенье шоколадное. То, что ли, состав посмотреть? Обязательно. Мука пшеничная, хлеб пекарная, сахар, растительный жир пальмовая, кокосовая, вода, какао-порошок с пониженным содержанием жира, сухая молочная сыворотка, глюкозно-фруктозный сироп, еще добавлено, получается, раз сахар, разрыхлитель, аж три вида, сухое безжиренное молоко, соль, эмульгатор лецитин, натуральный ароматизатор, пшеничный крахмал. КБЖУ, жиров 23, белка 5, углеводов 64. Ну, на троечку, но не совсем, пальмовое масло, потому что непонятно, какая фракция. Имейте в виду, что тяжелые пальмовые масла просто в кишечнике оседают и не выводятся потом ничем. Если кто-то хочет подискутировать по этому поводу, welcome мне в YouTube, в Instagram. Да. Прозрачный кувшин Моппа с охлаждающим элементом. Вот эту штучку, могучку, вы можете достать. Сейчас как достану. О, пластиковый кувшин. А вот эта штукенция просто кладется в морозильную камеру. И вы ее ледяную можете вставить обратно. Помнишь, смотри, была она прозрачного цвета? Помню, давай покажем она то, что она более здесь эстетично выглядела, чем то зеленое. Вот смотри, но у нее более хрупкий элемент был охлаждающий, а это прям хороший. Угу. Мне нравится. Он еще и фиксируется на дырочку. Объем кувшина 1,7 литра. Ну, это, я считаю, смешной скидкой. Стакан и покал, скидка 30 рублей. Из красивого зеленого бутылочного стекла. 270 миллилитров. Кстати, многие не могут считать объемы киевские. Слоты умножаем на 10, получаем наши российские привычные для вас миллилитры. Так, розовые пакетики. Ну вот хоть рубите меня, бейте. Для меня это фламинги. Хотя это не фламинги. В общем, розовые птички, пакетики, 1 литр, 25 штучек, стоит 60 рублей. Это примерно по 2 с небольшим рубля штучка за пакетик. Кстати, кто пользуется новой линейкой, потому что у меня еще до сих пор куча старых пакетиков, как по эксплуатационным качествам? Ребят, нет ли вот этого разрыва, да, когда вы его набиваете, допустим, кладете в морозилку, достаете, и потом у вас вот эта часть отрывается, потому что очень многие жаловались на вот этот расклеп, да, где он сшивной. Поэтому дайте, пожалуйста, обратную связь, у кого как эксплуатируется. Ну, пакетов дофига, заморозка, мелочь, а приятно. Ну, попкорн-то запаситесь, у нас обзор-то долгий будет, мы только в начале магазина. Стулья Ингольф классический, морилка черный-коричневый, стоит 2,799. Ребят, мы снимаем в Нижнем Новгороде, сами мы из Саранска. Служба доставки товаров IKEA в Саранске на Большевицкой, 85. Это к тому, что цены у нас по Нижнему Новгороду, не по какому-то другому магазину, потому что часто смотрят, потом говорят: ой, вы сказали, цены такие, а в нашем магазине такого нет. Поэтому, ребята, это цены Нижнего Новгорода. Подчеркну еще раз. Сам реклама. Сам себя не рекламируешь. Как дальше, Тань? Весь день как оплеванный. О, как. И зависло, да? Да. Так, смотрите, одна из новинок из вот этой органической линейки «Ботаниск» ручной работы с бежевым листом со скидкой. Это только чехол, ребят, подушка отдельно. Вместо 1300 – 1000, то есть 300 рублей скидка, 30% получается. Вот эти фокусы найду. Татьяна, по-моему, такую картинку испортила. О, неудобно. Татьяна Павловна, давай заново, блядь. Я только наведу, ты мне убираешь. Все, давай. У меня фокус нереактивный. Фокус стоит 150 тысяч. Давай. Давай. Ты же на меня ругаешься. Мы еще ругаемся во время съемок. Да, так, лирику потом оставь.
Ботаниск, чехол на подушку, 50 на 50. Он только появился, но вообще эта коллекция, ребята, ограниченная. Очень много позиций уже вышли из ассортимента, это ручная работа. В составчике у нас хлопок и... А, нет, джут и хлопок, а украшение хлопок и полиэстер. Это вот эта вот веревочка. Скидка 30%. Чехол очень колючий, микрофон. Честно. Закрыть. Чехол очень колючий, честно. И имейте в виду, что здесь замков нет. Потому что для многих это критично, чтобы чехол выглядел целостным, чтобы вот этих задираний не было. Часики Юки, скидка 70 рублей. Обычный кварцевый механизм, про часы обзор есть. Не буду говорить, плашка здесь, заходите и смотрите сами на канале. Нет, в описании ссылочка. В описании, да. Мы не будем плашечки наверх ставить, да. Так как мы все равно их не ставим. Вот, у нас теперь будут тайм-коды. Мы, кстати, нашли человека, который нам пишет тайм-коды. Так что теперь будет все классно. Черно-белые обычные часы, бесшумные. Единственное, когда вы их покупаете, забираете, везете домой, здесь просто пленка. И вы чуть посильнее нажали, они у вас треснули. Имейте это в виду. Да, поэтому ложите сверху. Да, вот так аккуратненько, вот так аккуратненько. Так, набор животных, формочки для песка, морские обитатели. Еще чуть-чуть снизили ценник, 130 рублей. Ну, это, ребят, реально... Ценник снизит, пожалуйста. Это, ребят, реально классные формочки, да, Дим? Они неубиваемые. Фокус сегодня где-то отдельной жизнью живет. Вот. Фокус, приди! Угу. Каркас кушетки Рамстон, кстати, очень часто попадает в сейл, его зимой распродавала Икея. 7 тысяч вместо 9. В принципе, адекватно, дешевле они его и не делают. Но Рамстон обязательно нужно оснастить речным дном. Это получается, что комплектажка будет минимум 8 тысяч стоить. Ну, плюс матрас. А матрас почем? Сюда хотя бы холл. Потому что тоненький матрас сюда плохо. Ну, 2 тысячи скидка за счет кушетки. Ну, давайте еще вторую этикеточку посмотрим. А вот ховок здесь пружинный. Mm-hmm. Жесткий, темно-серый. Друзья, диван Вимла из 5 секций. 1, 2, 3, 4, 5. 5 местный. Помним, что это не диван-кровать, это просто диван на посидеть. Скидка на него 20 тысяч. Но Вимла это кайф, честно. Вот что хотите, делайте. Но Вимла это классно. Смотри, каждый модуль отдельно, да, то есть вот эти части все. И составляешь то, что ты хочешь. Кстати, можно купить по частям. Пойдем ценник покажем. Каркас, чехол, 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 внутренняя подушка, внутренняя, 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 каркас, каркас, каркас. Ну, для такого дивана большой еще, мне кажется, 60 тысяч вполне адекватно, да? Как считаешь? Если у нас сразу привыкли за 100 тысяч покупать, это да. Вполне хорошая цена. Это в городе, в котором жалуются денег, нет, зарплаты маленькие. Ребят, мой любимый блокнот с тиграми 150 рублей вместо 200. Вообще, киевские блокнотики очень люблю. Классно смотрятся. И очень хорошая бумага по качеству. Бумага вся такая. Как правильно назвать? Я сейчас сумничаюсь. Мягкая, жесткая, шершавая, гладкая. Мягкая, жесткая, шершавая и гладкая. Это все в одном, да? Нет, мягкая, хорошо пишется на ней. Короче, бумага классная, не мнется и не тонкая. Вот. Плед в Аркарге темно-синий. 249 рублей. Обычная цена 399 рублей. Получается, что у нас? 150 рублей скидос. Давайте поближе рассмотрим. Мягенький пледик, но не развернутый. А, вот он развернутый, Дим. Мягенький пледик, удобно им укрываться, быстро сохнет. Но он такой же по плотности, как мы сначала смотрели. Но да? Он нежный. Понимаешь, он нежный. Тот жесткий, колючий, а этот нежный. Ваза Градвиз, бирюза. Вы знаете, что мы постоянно про эти вазы говорим. Они очень лаконично, ребят, нежно смотрятся. Красивый цвет. Ее можно даже пустую оставить, да, Дим? Возможно. 600 рублей вместо 800. Ну, я бы все равно какие-нибудь палочки туда кидал. Ароматические. Ой. Что, денежку нужно? Нет, провалилась. И ну, не вылази. Ну все, бери с собой. Маркетинг и ход, ход, да? Все. Очень много скидок на пледики.
Лет Нордхильд, мы синий с вами смотрели, это бежевый. Кстати, бежевый очень классно смотрится. Сейчас Дима там посмотрит, да, покажет, а потом сюда тихонько перейдем. Вот он. Прям такая шотландская уютность, да, какая-то, или Англия. Ну, более грубые, смотрю, у него. Да, а чем вот предыдущий мы сейчас синенький смотрели? Само плетение даже, смотри, более дырчатое. У него стиль другой. Пока Дим говорит «Угу», я пытаюсь разобраться. Экшон. Экшон. С букетами. Лютик розовый-белый. В общем, ребят, обычная цена букетов с миска. Лютик розовый-белый, либо просто искусственный букет с миска, 800 рублей. Вот, сейчас 400. Смотрите, как смотрится. Может, вот сюда куда-нибудь вынесем? Давайте на свет подойдем. Вот, и как раз сундук холл покажем заодно. О, вообще красота. Пожалуйста. Каждый по 800 рублей. Букетики эти можно вот здесь растеребонькать, вот это убрать и сделать поштучно. Колечки. Убираю? Да. Дальше, пока я отношу и говорю, Дим, снимай сундук холл, придиванный стол, акация. Маленький, цена обычная 3000, сейчас 2500. Ну, как бы не сильно большая скидка. Но, тем не менее, кто планировал купить, как я говорю, мелочь, а приятно. Выдерживает очень хорошую эксплуатацию. Можно использовать и как сидуху. И вообще самое классное, это то есть столик, да, и вы вовнутрь спрятали все подушки, пледы, весь бардак, который обычно где-то на полу и так далее. Можно убрать все это сюда. Хорошо живет на балконах, даже на неотапливаемых, так как это акация. А акация, ребят, именно тот материал, который самый такой влагостойкий. Режиссер, журнальный стол, кстати, редко заказывают, да? Ну, он ближе к классике такой, к ретро, металлические ножки, глубоких два отделения, 8000, и цвет у него такой интересный, и не коричневый, и не серый, очень напоминает, ну, в детстве, да, советскую мебель такую вот, цветовой гамме, да, Дим? Да. Вот, поэтому, кто такие вещи любит, ребят, 2 рубля скидос. Где-то пока сижу, кстати. На чем я сижу? А сижу я на журнальном стульчике, на столике Фьельбы. Кстати, его вполне можно использовать как эту лавочку, либо как подставку для обуви, да? Широковато немножко будет. Ну, неудобно, кстати. Я попал уже, если было бы. Так, может быть, и... Из столика, если что, можно сделать и лавку. Можно. Если вдруг вам там гости пришли и места нет, то пожалуйста. Журнальный стол Хавста. Весь по скидкам. Вместо 8000 800, 1200 скидка, белый, серый и такой черно-коричневый. Хавста, в принципе, себя неплохо показала. Это материал массив сосны. Обвязка буковая присутствует. Если ошибаюсь, поправьте меня, но вроде не должна ошибаться. Единственное, что... Вот, Дим, покажи, вот здесь вот на этой хавсте прям видно. Это сучочность. И она может проявляться в любой момент. Если пройдет 2 года, это уже не будет не гарантийный случай, имейте это в виду. Да вот стою, считаю скидку. Аж 400 рублев. Квинсбру. С темно-синий столик. Очень удобно. В этот плетеный тазик. Вы можете складывать все, что хотите. Накрыли. И тумбочка. Белая подставка для ноутбука Витшо. 1300. Скидка получается... Сколько получается? 300 рублей. У нас такая черная, у нас такая красная в офисе. Мы их и хвост, и в гриву эксплуатируем. Много-много лет. Нареканий к ним никаких. Живучий. Живучий, зараза. Пойдем дальше. Не отключайся. Вот. Вима. Табурет для ног. Он стоил 20. Стал стоить 13. Аттракцион невиданной щедрости. Давай смотреть, что здесь. Никаких подъемных механизмов нет. Просто мягкая подушка и внизу небольшой ящик. Блин, ну я не знаю, вот как хотите. Наверное, дорого, что ли. Ну-ка еще раз снимите, пожалуйста. Сейчас, секунду, ткань посмотрю. Полиэстер. Угу. Еще раз. Еще раз поднять? Да. Кстати, Дим, это кожа молодого дермантина.
Что-то дороговато, да? Возможно. Сейчас так шлепенькс на камеру. Дай посижу, что ли, хоть на табурет за 20 тысяч. Мягенько. И холодненько. Холодненько, попе сильно. Так, режиссера мы показали. Вот эта подставка. Я сегодня, если заметили, часто присаживаюсь. Мы пока все дела в Икее делали, в обе ходили за заказами, Таня все ноги стерла и теперь переобутая в тапки. Бреда, розовая подставка для ноута, скидка 100 рублей. Блин, обычная подставка. Пойдем, вот эти шторки покажем. А их в висячем состоянии нет. Практк Лока. По зиме, помнишь, постельку мы сиреневую себе привозили с Москвы? Да. Вот это Практк Лока, уже которую распродажу продается, никак не дораспродастся. Заберите ее кто-нибудь уже. Христа ради. Да, чтобы ее перестали распродавать и людей смущать. Так, в этом отделе... А, нет, еще свечки остались. И вон там еще подносики, а вон там еще кресло. Помните, в самом начале магазина мы вам показывали уже такие свечки. Только листочек был другой. Там была монстера, здесь пальмовый лист. Цена точно 50, такая же 59 рублей. Авлонг. Кстати, стол Клинсборо, по которому все страдали, войдет в распродажу, войдет. Шиш. Не вошел. Просьбу трудящихся Икеи не услышала. Вообще, кстати, обратила внимание, Икея распродает эту летнюю коллекцию, зеленую, османскую. Поднос. Мустик Хэт, 130 рублей. Подносы все у нас делают в блате Болгалы. Длина 28 на 20. В принципе, все, нареканий никаких подносов нет. 130 рублей. Поинг, кресло-качалка, шифтебу синяя. Давайте смотреть, на что скидка. Скидка на сам каркас. То есть каркас сейчас 6000 рублей. У поингов, именно у кресел-качалок, есть момент по эксплуатационным качествам. Вот если брать обычный классический поинг, то вот здесь не на клею, Дим, покажешь поближе? То вот эта часть не на клею, а на крепежах, которые можно подтягивать. А у кресел-качалок уже изначально вклейка. И вот эта часть всегда, ну как всегда, ну часто. Со временем вылетает, брака по ним много. Хотя бы могли деревянный шпон поставить. Да, что меня... Пойдем покажем на обычном, чтобы не быть голословными. Смотри, что меня... Что... Почему нельзя вот так сделать? Вот, это уже неушибаемо, да? Да. Она уже никуда не денется. Так, поинг, еще один. Табурет для ног. А, значит, каркас получается 2000, а он так и стоит. Скидка на подушку, ребят. На подушку скидка, ну, где-то примерно 400 рублей. Ой, смотри, что появилось. На ловца и зверь сбежит. Сегодня три клиента звонили, спрашивали по таким тканевым креслам. Они есть. И еще, смотри, пойдем-ка. Ну, у нас распродажи и новинки, получается. Тульста. Новинки, наверное, после выпуска. Ну, давай покажем. Да. Во-первых, у Тульста появилась вот эта вот штучка. Ее очень давно ждали. Поясничная поддержка. Да, это очень удобно. Тульста, наконец-то, кресло появилось с чехлом. Еще бы, как раньше, съемный был чехол, вообще было бы классно. Стоит 10 тысяч. Кресло, ребята, особенно, да, куда-то в гостиную, в салон красоты. Ну, сейчас это, наверное, не сильно актуально. Ой, ну прям вот-вот барская. Цена говорили какая? А? Цена какая? 10 тысяч. 10 тысяч. Подушка. Кронард. Темно-красный, на самом деле больше к виноградно-винному. Скидка 20 рублей. Ну, с учетом того, что она стоит 120, порядка 20% скидка еще куда ни шло. Ой, сори. Что-то мы это, дальше еще не начали, а уже столько времени ушло, да? Журнальный стол Лак, большой, ребят, 118 на 78. 1500 вместо 3000. С полкой, имейте в виду, когда выбираете, очень часто люди ошибаются. Считают, что вроде если лак подороже, значит получше. Нет, это тот же лак, только большого размера. То есть дофига места для него надо. Ну, не часто у нас в заказе бывает. Ну, на этой неделе вы опять заказали, даже два. Скидка только на белый. Не выключай камеру, прям следом стол. Кстати, очень хорошая скидка, 5000 рублей, журнальный глянцевый стол Тофтерит.
Черный тоже в таком же цвете. Черный точно за такую же цену есть тоже, за 12 тысяч рублей. По эксплуатационным качествам тавторит показал себя неплохо. Брака, нареканий не было никогда, но он специфичен. Он специфичен по дизайну, он специфичен по уходу, потому что глянцевая поверхность требует всегда постоянного ухода, оттирания рук, прочего. Ну, если только вы, да, один живете, тогда у вас там никто ничего лапать не будет. Кресло Co-Art. Обивка фраста темно-коричневый и черный. Ну, значит, просто черного не поставили. Это витика. 16 тысяч вместо 20. Ну, это классическое кресло. В принципе, по эко-коже-то у IKEA неплохо. По крайней мере, гарантия на него адекватная. И за это время... Снять? Ну, микрофон задеваешь. Фамилию, да? Неудобно, не могу с ней говорить. Что хотите, режьте. В общем, оно в распродаже. Пойдем вон туда, в тот угол. Поднос Мустик Хед, орнамент бабочки, 43 сантиметра, 400 рублей вместо 500. Классический киевский поднос, неушибаемый. Этикеточку, пожалуйста. Этикеточка, пожалуйста. Вы пока этикеточку показываете, я дальше пойду посмотрю, чем можно поживиться. О, а вот это мне скидка больше нравится. 8 тысяч. Давайте посмотрим. Вимла. Фокус, где ты? Фокус, приди. Ну вот, вроде есть фокус. То же самое, что я вам показывала в кожаном. В принципе, ничего в нем такого нет. Рудвикин. Темно-коричнево-черное, 12 вместо 15, скидка 3000, 10 лет гарантия. Сиденье, бумага, сталь, ротанг, морилка. Сяду? Попробуйте. Что? Прохладно, комфортно. Не хватает подушки под голову, с учетом того, что я безумно хочу спать. Мне нормально. Дим, удобно, но только место дофига занимает, да? Оно прям вообще само по себе громоздкое. А так клево. Пойдем дальше. Пойдем дальше? Или да. Спать будем? Опять ты начинаешь свою балалайку. Пошли, ладно, все, не буду. Так, давай дальше. Мордхильд, получается, почти вся линейка в распродаже. Зелененький. Скидка 200 рублей. Кукурику. Кукурику, царство лёж на боку. Утиль, чехлы. Кстати, утили все. 100 рублей. Ну, мне кажется, неплохо. Ой, вот эти вообще классно смотрятся, помнишь? Их много дизайнеров брали здесь. Давай. Значит, смотрите, вот все утили, что зеленый, что черный, что серый, они матовые. А утиль беж, здесь вставлены такие, да, под сатин вставочки. Он очень, ребят, классно смотрится. Мы сейчас дойдем до отдела подушек, и если там он будет, мы вам его обязательно покажем. Так, здесь что у нас? Ой, вот эти шторы, стандфрит тоже. А стиль-то мы как раз вот такую брали, да? Угу. Скидка 1000 рублей, 50%. Ну, в принципе, неплохо. Можно поживиться. Они очень красивые переходы, Дим, смотри. Они, во-первых, вешаются на карниз, на палку. И переход от белого плавно-плавно. Градиент. Градиент, да. Растяжка. Так, ну все, в этом отделе все. Дим, вот сюда бы лучше. Не на меня, а на предметы. Набор для песочницы, 4 предмета. Странный ценник, двоякий. 199 рублей в одном месте, 229 в другом. В общем, узнаете на кассе. Сито, ведро, две лопатки. Ну, лопатка и совочек. В чем фишка икеевской вот этой вот? Товарищи Икеи, давайте посмотрим. Мы не без этого не прием. А смотри, вот обычно цена 299, а так она 199. Да, а здесь 229. О чем я сказала? Возможно, он был в Family, который сегодня ночью закончился, и не поменяли ценник.
Темно? Да, темновато, но мы... Потолочная шина в три, светильничка, базиск вместо 700, 1700-1200. В принципе, адекватно, у нас, похоже, торсик висел много лет. Из пяти. Из пяти рожков, да. Рожочки, там есть хвостики, можно регулировать по наклону. Это было по краям. Да, а здесь у всех. Ну, вот эту фейку-фиалку Икея уже распытают с зимы. И все по 129 рублей. Вот. Фейка, фиалка, 129 рублей. Наши любимые полки лати-шлати. Вместо 400 рублей аж всего по 300. И белые, и черные, и беленый дуб. Ребят, часто спрашиваете, крепеж отличается. У больших полок он стенной. Вставляется здесь просто две металлические пластины с отверстием, куда вы там дюпель, саморез, все что угодно, да, на что будете вешать. Это Дим пусть умничает. Я не буду по этому поводу крепежа умничать. Все три цвета одинаково, 300 рублей. Нагрузку выдерживают небольшую. Это декоративная бумажная полка. Если что-то непонятно, смотрим инструкцию. Коробка Дрёна фиолетовая. Осталось почему-то две, но я думаю, в отделе хранения они тоже есть. 149 рублей вместо 279 рублей. Скидка 130 рублей. Все время в распродаже эти ящики, да? Да. Булик. Кстати, можно в ванну, они очень многостойкие. Бамбук. Покрашен краской. Размер как раз под калакс. 32-35×33. Прям вот идеально в калакс. Дальше вот такая вот вставка с дверцей. Можно использовать как меловую. Стоит 1000 рублей вместо 1300. Имейте в виду, когда вы в калакс крутили вставку, у вас уже останутся дырки, вы их ничем не закроете, каких-то заглушек нет. Поэтому думайте, да, Дим? Ну, если белый калакс, можно герметиком, ну, да. Ну, а если цветной вот такой под дерево, ну, тоже сложно. Ну, что я хочу донести, заранее думайте, прежде чем сверлить, надо оно вам или нет. Сюндрум, рамочки, 13×18, белый. Смотрите, у Сюндрума очень нежное вот это вкрапление. Часто используют, когда делают классический стиль в интерьере, он хорошо очень вписывается. 199 вместо 300. Скидка получается примерно 30%. Шкаф-витрина Фабрикор. Металл со стеклом. 10 вместо 13. Но нет ключа, и залезть вовнутрь мы не можем. Кто-то его закрыл и ушел. Так кому и надо. Кому? Шкафу? Да. Икея как-то странно распродает Хавсту. А стол есть, тумба под ТВ есть, но при этом, например, витрины, чтобы составить всю эту гармоничную композицию, шиш вам. Фиг вам. Все вам покажу. Жилище такое индийское. 12 тысяч вместо 16. Тумба под ТВ с цоколем. 160×62×47. Цвета серый, черно-коричневый и беляшек. Кто нашла? Игрушку. Еще разочек. Хавста, можно сделать тумбу открытого типа. Тут очень громко плачет в магазине. Очень темпераментный мужчина, да, наверное? Или женщина. Или женщина. Раз. Дим, здесь вот показать бы уголок. Интересно выглядит, он такой неровный. Ну, не будем выбирать. В общем, вот здесь, нет, но сам конструктив такой. Вот здесь такая прорезь, обита пластиком, вы, получается, полочку решили вовнутрь. Хоп. Все. И у вас получилась открытая тумба. О как. Так же стоит, да? Да, это такой же. Фломастеры для доски Мола. Наши любимые, неубиваемые ничем. Все обзоры, которые мы делаем на доске по Siberian Wellness, всегда используются фломастеры. Поэтому рекомендую те, кто, да, пишет обзоры и что-то пишет на флипчатах, только эти фломики. 150 рублей, 4 цвета. Отмечу, желтенький цвет и зелененький. Херовостенький. Да. А вот что-то красненький и черненький. Что-то не то немножко. Классненькие. 150 рублей. Классненькие и тёльненькие, холёсенькие. Сказал Димка. Светодиодный фонарь Sky Hot. 200 рублей вместо 300.
Вот так это выглядит в интерьере, так это выглядит в упаковке. А я параллельно подсматриваю бегающее видео распродажи IKEA. Ценник, пожалуйста. 200 рэп? Ребят, комбинация Tomba Lux Weekend Besta. Бежевого цвета вот с такими синими, очень красивыми рифлеными дверями. Я вам всегда говорю, пыль в них скапливается только в путь. Вместо 13 300 комбинашка выходит в 11 700. Судя по всему, здесь скидка на какой-то один элемент. Отсюда и цена. И похоже, это скидка на дверку. Потому что, в принципе, Tomba так и стоит обычные деньги. Да, на двери скидка 800 рублей на одну. Гремыка наш, родной, уже полюбившийся всем. Да заберите вы его уже домой, что он стоит за 5000, уже полгода бедный. Я его даже так не берут. Да. А шкафчики Лисгхульт. Нет, дайте я вот это чудовище еще раз вам покажу. Правда, Юрьевич, кто-нибудь может возьмет. Ты что, это же практически там это, хендмейд. Мэндхейд? Да. Лисгхульт. Лисгхульт. Зеленый 35 на 35, 1590. Красный без скидки. Синий 2 390 минус вместо 2 990. Розовый по скидосу. Оранжевый по скидосу. Еще и красный. Что там так быстро все сказали? В общем, все по скидкам. Все по скидкам. Забирайте. И вот такой вот красненький экет. 35 на 35 на 35. 1200. Нет, Мой любимый набор распродают. Не берет его никто. Кстати, в заказах его было прям по минимуму. Дадим? Да. Раз, два или три привозили. 300 рублей вместо 400. Поэтому кто хочет себя порадовать изящной штучкой, не поскупитесь. Еще одна закрытая витрина Фабрикор. Ногти на месте, витрина на месте. Открыть не смогла. Мордвин глазам не верит. Нет, надо пощупать. Еще так вот. 13 вместо 15. 12 вместо 15. Еще хуже. Как считаешь, адекватно? Металл, стекло. Мне больше черт. Да. Но к определенному стилю, наверное, черт, только. Черт, мне, да? Больше. Клизма, бро. Да. Клизма. Ой, смотри, в клизму-то замочек сделали. Раньше не было. Люди сами делали, а сейчас красота. Их же очень хорошо брать в какие-то салоны, то есть сюда, да, все выставить. Да, ребят, кстати, возьмите на заметку, да. Вещь очень оригинальная, ям. Эксплуатируют очень долго, раньше замочков не было. Ну, много. Люди сами покупали. Вот такая коробка Тиена, 150 рублей, 18, 25 на 15 вместо 200. Уберите руку, пожалуйста. Что хотите сказать про эту коробку? Ничего, хорошая коробка, плотный картон. У нас в таких, ну не в коробках, в папках, а в коробках хранятся документы дома, а в папках хранятся документы на работе. Блин, я только зевнуть собираюсь, он включает. Да. Грельста фигурка, 350 рублей вместо 500, розовая. Человечек. Угу. На сайте, кстати, не все скидки прописаны, уже подписчики сегодня с утра писали, спрашивали. Варьера, контейнер, 200 рублей вместо 170. Че я говорю? Да фиг ты знаешь, что говоришь. 170 рублей вместо 200. Кстати, хороший плотный пластик, и их, вот, мне кажется, вот кто раз их взял, в них влюбляются пожизненно, потому что для сортировки это вообще самое то. Удобно, не гнется, положить можно куда угодно. Берут и на кухню, и в детскую, на балкон, в общем, где хотите. Это именно сортировка всякого мелкого хлама. Опора Лерберг белая, скидка 200 рублей. Можно ценничек? Можно. Как
скажите, пожалуйста. Дальше угловой стол Бурсали. Еще раз. Угловой стол Бурсали вместо 8000 4500. Тоже считаю адекватно. Бросили. Давай. Бросили. Подвиньтесь-ка. Осматривайте. 4500. Цвет у него, ребят, не белый, не кипенно-белый. Я запомнила. Просто такой, не просто даже, он именно с прожилками серости. И серости в нем много. И как я уже говорила, Бурсали мне нравится больше в коричневом цвете по эксплуатационным качествам. Белый почему-то быстрее облазит. Стулья Отгер мы вам снимали совсем недавно, рассказывать про них не вижу смысла. Зайдите в обзор по все стулья. Скидка получается 8700. За эту цену уже удобнее он тебе будет или нет? Нет, все равно. Холодный и жесткий. Ой, фломастер, эти карандаши, мол, надо взять Аленке. Скидка 100 рублей. Классные. Точилку обязательно не теряйте, потому что так как толстый карандаш умещается только сюда, можно спокойно из них делать акварель. То есть нарисовали и кисточкой развезли. Ценник вполне адекватный. Раньше, правда, в коробочке продавались, да? Сейчас в блистер перевели. Но тем не менее. Говорящая лампа. Лампа Хектар с беспроводной зарядкой. Вот на этом крестике можно заряжаться. 4500 вместо 6000 рублей. Цвет серый. Ну, такой бежево-серый. Эй, чуть фокус не получился. Да, Татьяна Павловна? Блин, это до какой же высоты он задирается? И уронила. В общем, крючки для панели Скодис, мы ее... А мы ее еще не показали, да? То, говорю, мы ее сняли, а мы ее еще не показали. Ну. Секреты открыла, да? Нет, он к этому времени уже выйдет, Таня. Да? Да. Наверное. А может и нет. Распродаж сначала выйдет. Скодис 5 штук, 99 рублей. Обычная цена 169. Вот такая книжка для записи, фуль-фолия, 99 рублей вместо 199. Как я уже говорила, окей, бумага плотная, хорошая, не протекает. И еще, смотрите, у фуль-фолии есть такой вкладышек, да, чтобы это для тех, кто, как я, вот так пишет по диагональке. И можно еще чехольчики купить. В зимнюю распродажу продавали кожаные обложки по 99 рублей. Ветши. Есть еще и в черном цвете, тоже по скидке, ребят. Все то же самое, что и белый. Ценник сейчас 1300. Я давно хотел купить, но было жалко денег. Welcome, сейчас скидон. Фантастикс. Салфетки 50 штук. Еще в нежно-розово-коралловом цвете. Пачка 100 рублей вместо 170. Вытяжка. Утдраг. 60 сантиметров, выдвижная, 7000 вместо 8500. 1500 скидочка. Самая компактная вытяжка, которая есть в IKEA, да, Дим? Да. Задвигай тихонько. Оп. Вы когда выдвигаете, она включается автоматически, должна подсветка, когда вы задвигаете, здесь, она, наверное, выключается. Просто кто-то на безобразничал. Кстати, про такую... подобную вытяжку говорила Альбина, что она вот эти части снимает и моет в посудомойке. Но такие вытяжки подразумевают жертвы шкафчиком. Да, наполовину. Шопен. Шопена. Подвесной светильник круглой формы. Ну, больше такой декоративный, хотя бы, если прям вот над столом вот так повесить, создает очень классный уют. Лампочка сюда мощная. И вот эти вот золотые резиночки очень лаконично смотрятся, да, Дим? Главное, их на хвостики, дочки, чтобы не растаскали. А, я понял, чтобы она не раскрылась. А? Чтобы не раскрылась, да? Да, фиксирует. И смотри, точно такой же... А, кстати, очень идея взять разноцветные резиночки, допустим, да, красненькие, да? Будет, да. Вообще, бы полет для творчества.
Неплохо было бы отдельно продавать такие резиночки. Вот такой малышарик. 800 рублей вместо 1000. Тоже прикольно смотрится на ножичках. Давайте посмотрим внутри. Литровая бутылочка Кортин в таких же пальмовых листочках 130 рублей вместо 180. В принципе, за эти деньги без сейла можно купить только пол-литровую бутылку, а сейчас будет литровая. Пойдем дальше, не отключаясь, салфетка. Фрамкелла, 37 сантиметров, пластик, Тайвань. Вот такие вот красивые, веселенькие салфеточки на стол. Ну, скидка, правда, тоже. Правда, скидка не сильно веселая, да, Дим? Ну, а как можно веселую сделать скидку, если она изначально 79 рублей? Полотенце Анна Вализа, хлопок, Китай, 60 градусов стираем, 50 на 70, в пачке две штуки, одна вот в такую крупную горошку на белом фоне, другая в крупную белую горошку на зеленом фоне, 200 рублей вместо 300. Нет, я ценник хотел. Пожалуйста. Ну тут темно, тут непонятно. Нет, да. Ну, цвет тут не можно ясен. И на... Слушайте, в какой-то веке у Икеи попалась двухсторонняя столешница с окантовкой под металл из ламината в распродажу. 1,86 м стоит теперь 4000 рублей, скидка 1000 рублей, а 2,46 м скидка аж 5500 рублей. Ребята, она двухсторонняя. С одной стороны белая, с другой вот такая серая. Ну, понятно, если вы там уже все выпилы сделаете, закрепьте, вы ее уже использовать не сможете. Ну, и сальян новая. Смотри, какая красивая появилась, да? Мне дали в камеру посмотреть. Сковорода. Сковороды. Толерант. 33 сантиметра. Вок-сковорода. Да, обычная классическая вок. Этикеточку, пожалуйста. Смотрите-ка, скидка 1000, набор квельсвард, кастрюл, ковш и маленький ковшик. В принципе, этот ковш как мини-кастрюльку можно использовать. Сейчас по литражу скажу. Кастрюля большая 4,5, маленький ковшик 2, с крышкой, который самый маленький, на литр. За 1000 рублей это дешево, да, Дим? Нормально. Себе что взять? Не буду. Индукционная варочная панель Matmesic черного цвета на 4 комфорта с функцией паузы, блокировки от детей, таймером, функцией ускорителя и нажатием для управления. Скидка 2000 рублей. А ничего нет, все черненько. Смеситель Иншон 5000 рублей с сеточкой желтого цвета с красивой белой керамической ручкой. Ну, очень сильно смотрится. Кстати, имейте в виду, что ручка очень легко отворачивается, и вы можете просто ее потерять. Поэтому не балуемся, как я. Дурные привычки заразительны. По смесителю, в принципе, вопросов нет по ним. Их часто заказывают, но не в желтом цвете. Хотя такая форма, наверное, только в желтом. А, серый есть с сливным носиком. В общем, у кого уже есть иншоны желтые, расскажите, как они у вас эксплуатируются. Дадим? Да. Нам интересно. Металлическая полка Сунерс, 169 рублей. Размер у нее 37 на 17 на 5. Идеально подходит на рейлинг Сунерста для всевозможных штучек. Часто берут не только как кухонную, но и как дополнение рабочего места. Рейлинг стоит всего 79 рублей. За такую малую сумму можно сделать себе топ-рабочку. Мы вам только что показывали полотенце Альвализа. Так еще и Альвализа прихватки, две штуки со скидкой 50 рублей. Сильвер Попель.
такая же скидка, прихватки, две штуки с листьями. И полотенце Сирвель Копель, но они двух оттенков. Здесь на белом фоне наши ибисы, фламинги и зеленые листья пальмовые. Тоже скидка 100 рублей, как и у Альва Лизы. Дим пока покажет, я дальше пойду смотреть, где что по скидкам еще. Смотри, что я нарыла. Нельзя рассказывать, пока я что нарыла. Пресс для гамбургера. Грильтед. Но ценник очень странный. В одном месте 300, в другом 400. В общем, вот такой пресс для гамбургера. Дим, нам нужен? Нет. Мне вообще ничего с распродажи не дают купить. Моя задача ее отснять. Пойдем, покажем пресс. Большой контейнер варьера 349 рублей вместо 450 рублей скидка. Функционал точно такой же, как у маленького. Хороший пластик, ровный. Проблем вообще нет с ним. Идеально в эксплуатации. Ну, небольшой такой бонус. Дальше. Мои любимые крышки для продуктов. Никто не видел? Ну, в общем, они оторвались. Да. Позорище-то мое. 180 рублей вместо 250. Заодно на муке и на тестинг не дает. Мы так потестим. Чтобы вы понимали, что рвутся они все-таки легко. Что они хоть и силиконовые, но не бесконечные, да, Дим? Легкое кресло для сада Юмперлик. Скидка 1500 рублей в зеленом цвете. Ингвар красный, скидка аж 3000 рублей. Ребят, более подробно, детально можно посмотреть на... Пока Дим фокус наводит, скажу, где посмотреть. На канале в разделе «Стулья». Вы можете зайти и посмотреть детально. Что, почему, зачем. При этом, кстати, Юмперлик, который ты только что показывал, зеленый, есть еще и белый по скидке по такой же. Теодорос зеленый, очень удобный, мой любимый стул, особенно детям, за счет вот этой части, 1700 вместо 2200. 500 рублей скидка. Ну, мелочь, а приятно. Дмитрий Юрьевич, направо можно? Легко. Розовые салфетки панно, которые ужасно эксплуатируются, и на них все пятна видны. $69. Дальше детский фартук Мола зеленого цвета. Антивандальное рисование деток. 150 рублей вместо 300. Скидка 50%. Но Икея же обещала до 50% скидки. Ланеберг со скидкой. У нас клиентка расстроится. В понедельник заказал за полную цену, а сегодня по скидке. Раздвижной стол Ланеберг. 130-190. Раздвигается он вот так. Дим, покажи, чтобы понимание было, если более детально, опять же, можно зайти на канал в другие обзоры и посмотреть по всем обзорам, обзор по всем обеденным столам и найти его. Печеньки овсяные с шоколадом. 320 вместо 400 рублей. Будем читать состав. Да примерно так же. Сахар, шоколад. Сахар, тертое какао, масло какао или эмульгатор, овсяные хлопья, маргарин, растительные масла. Просто пальмовое, ядровое, рапсовое. Кстати, рапсовое очень тяжелое масло и вызывает всевозможные воспаления, поэтому рапс не рекомендуют диетологи. Вода, соль, эмульгатор, натуральный ароматизатор, сливочное масло, регулятор кислотности, мука пшеничная, хлебопекарный высшего сорта, вода, яичный порошок, разрыхлитель, три вида, кукурузный крахмал. Я тебя слепила из того, что было. А потом, что было, то и надкусила. Салфетки. Энтузиазм. Салфетки называются энтузиазм. 50 рублей вместо 100. 50% скидка. 50. Скатерть Самарлив. 800 рублей вместо 1200. Размер 145 на 2,40. Хороший, плотный хлопок. Тоже себя хорошо показали вообще киевские скатерти. У нас много лет первые киевские скатерти. Жива, здорова.
салфетки Самарли. 49 вместо 100 рублей. Дальше стол Норкер. $74 на $74. Кстати, Норкер очень классно себя зарекомендовал в эксплуатационных качествах. Неушибаемый. Брали в кафешке, в бистро до недавнего времени. И у Кеи, у самой в бистро, и в ресторане стояли эти стулья. Угу. Стол Ингаторп с боковыми крылышками. Минимальный размер 65, максимальный 123. Цена 7000 вместо 10. 3000 скидка. Ингольф цвет Морилка Антик. Точно так же со скидкой, как и черно-коричневый. Вспоминаем начало видео и смотрим цену. 2799. Стол Ланнеберг в черно-коричневом цвете. Точно такие же характеристики, как у белого. Все так же. Размер, форма, цена. Отличается только цветом. 10 000 рублей. Барный стол Стоенс. 127 на 70. Черно-коричневый. Ребят, 5000 скидка. Я считаю, что прилично. Высота у стола 105 сантиметров. Дим, и вот табурет Ин-Янге, на которого за нашу бытность... Можно этикеточку, пожалуйста? Это по Стоенсу. Дима сейчас снимет. Хороший, тяжелый. Табурет Ин-Янге. Подойди, пожалуйста. А кто давно хотел Ин-Янге купить, не упустите такую возможность, потому что на самом деле первый раз 3500 скидка на этот табурет. Он очень удобный, классный, хорошо себя показал. Но ценник, блин, зараза, 9 рублей за табурет, извините, это космос. Поэтому к нам подходила охрана и велела одеть маски. Поэтому Ин-Янге стоит этих денег. Кровать Сактуа черная, 160 на 2. Цельный рубль скидка. Экономите на центральной перекладине. Вот. Ну, не знаю, я считаю, это смешная скидка на кровать, Ди. 10% всего. Это хлеб. Юни Магнолия. Постелька. Всего 700 рублей. Ребята, я думаю, разберут быстро. Скидка 50%. Красивый такой зеленый приятный цвет. Попробую сейчас найти, кто, что, зачем и почему. Кстати, сделано в Пакистане. Пакистанской постели в Икее стало мало. 152 ниточки, 152 дюйма. Ну, за 700 рублей. Дим, вот это нам точно надо. Ну, да, пригодится. С собой несу? Или потом схожу? Сходишь. Самарлив бабочки. Вместо 1300 стоит 700 рублей. Тоже скидка 50%. 152 нити, тоже производство Пакистан. Дальше покрывало Валь-Рель, светло-зеленый, 50% скидка. 2500 вместо 1300. Ну, практически 45 примерно, да? Угу. Так, покажи. Самарлив вот. Я хочу, что они там налепили. Самар... Малева, я его Самарливым называла. Угу. 700 рублей. Пойдем вон там. Одеяло Грузблат теплое, 2 на 2, 700 рублей вместо 1700. Кстати, тоже ценник классный. Но Грузблат, конечно, эксплуатируется не очень долго. 2-3 года потом комками идет, но пойдет вполне, да? Но это он, угу, кстати, в этом, в предельнике. Дальше, Хемнос, тумба прикроватная, 1000 рублей скидка. Ну, слушай, как-то... Тысяча – это уже хорошо. Как-то странно. А, это на белый, кстати, цвет. Это Морилка, белый, вот. Угу. Другая цена уже, да? Да. Вот на него скидка как раз 1000 рублей. А просто на Морилку цена 3500. Понятно. Стекло Хемнос на маленький комод. 54 на 38. Просто классический кусок стекла. Закаленный, все как надо обработанный. Стоит 600 рублей вместо 1000. Но считаю, это вот 600 рублей – это его адекватная цена. Не более. Не более. На многие, кстати, постели, Дим, скидка.
Кокс Фибла. Разноцветный вот этот вот красивый ущее поле, 2 на 2, вместо 1800 стоит 1000, скидка 800 рублей. Одеяло Грузблат здесь же добавлено за 700 рублей, про которое мы вам говорили. Постелька у нас на клепочках. Здесь тоже 152 нитки. Ну, в принципе, это адекватная плотность для хлопка. Угу. Пододеяльник и одна наволочка. Самара Стер. Ну, мы вам подушку такую же показывали. С одной стороны пододеяльник белый, а с другой стороны цветной. 600 рублей вместо 1000. 40% скидка получается на него. Вигия. Подставка для подноса. Здесь два подноса, можно при желании снять, но лучше этого не делать, эксплуатировать как есть. Очень легко нагрузил и пошел. И пошел с магазина, да, с покупочками. Цена 1300 вместо 1700. Так, что у нас здесь дальше по скидкам? Кровать. А, бревна с подъемником собрали черные, надо будет потом снять. Сейчас уже не успеем. Мальм с подъемным механизмом. 140 на 2. В цвете беленый шпон дубовый, ребят, скидка 10 тысяч рублей. Ого! Кто давно хотел мальм по скидке, welcome. А дай, кстати, покажу, здесь ничего нету, да? Хвостов нету. Ну да, попробуем. Там надо, да-да-да, выдернуть, да, потянуть и наверх. Там, видишь, замочек. Угу. Правда, Альбина говорит, как Альбина говорит, целая кровать, да? Это кровать, целая квартира. Матрас Хакасен. Жесткий, 90 на 2. 31 сантиметр. Двойная пружинная блока. Вот он. 12 тысяч вместо 18. 6 тысяч рублей. Верх латексный. Ну, кстати, неплохой матрас. И цена хорошая. Так, и еще какой-то из них. Хакасен. Ой, мягко. А, все на меня ворчали, что я на них не ложусь. Хакасен 1,40 на 2. Жесткий. Вместо 27-20. Скидка 7 тысяч рублей. Кстати, на покупке кровати Мальм и Хакасене можно сэкономить 17 тысяч. А это все-таки уже приличные деньги, да, Дим? Да. В наше-то время. Постель детская Стилсам. Скидка 400 рублей. Обычный классический хлопок. Хорошо себя показал в эксплуатации. За 600 рублей огонек. Неважно, девочка, мальчик, любому можно взять. А дальше. Дюнскок. Сейчас покажу рисунок, какой дюнскок по скидке. Зверюшки облака. 500 рублей скидка. И еще какая-то подушка дюнскок была, обезьянка. Ее тут нету, уже пробрали. Сейчас найдем ее, может быть, в детском отделе. А, вот, кстати, стик-то, который за 600 рублей. Вот он как в растилке смотрится. Шкафчик Витстхус. Гардероб 63 на 59 на 2,16. Не убавить, не прибавить. Ни дополнительных аксессуаров, ни полок, нет ничего. А вместо 14 стоит 9 тысяч. Полка. Подсветка допом, что ли? Комплектация? Ну да, скорее всего, не будет тебе тут подсветки. Ну да. Штанга. Полка. И выдвижной ящик. Причем ящик... на колесах. 10 тысяч. Пойдем по шкафам пройдем, где еще скидки есть. Отдушка Дофта фиолетовая, снова 69 рублей. В последние IKEA Family она, в принципе, так и стоила. Поэтому некоторые цены с Family не изменились. Зато пойдем покажу классную цену. Комод Мальм с зеркалом за 4000 вместо 6500. Цвет беленый дуб и коричневая морилка, ясеневый шпон. Кстати,
кстати, обзоры по комодам тоже есть на канале. Заходим и милости просим, смотрим. Ты снимаешь? Да. Смотри, какой ты висок. Помнишь, мы его снимали как ограниченная коллекция? Он же из Лыка. 500 рублей стоит. Вместо 800. И вот такие коробочки из двух штук. 100 бат. 100 рбасы. Стоит 500 рублей. Вместо 600. 100 рублей скидка. Значит, стеклянные столешницы Хэмнес, ребят, все по сейлу идут. 108 на 50 стоит 1000 рублей. Малыша мы вам показывали. И 159 на 50 стоит 1500 рублей. Я надеюсь, Дима там сможет подлезть. Только мы их сняли как новинки, а они уже в распродаже. 500 рублей. 500 рублей. И вот такая же вязаная корзиночка стоит 600 рублей вместо 800. Ой, ну вообще классный, да не. Волокно, я говорю, из Лыка. Волокно банана. Квадратные коробочки с крышкой 30-30 на 30. Стор Барбе. 600 рублей вместо 700. Подходит идеально в стеллаж Флюм за 2000 рублей. Там ячейка такая же 30-30 на 30. Плюс еще и крышка есть. Имейте это в виду, потому что многие хотят дешевый стеллаж, но классные, красивые, стильные коробки. У Факса в дверях Флор Несс в серых с рисунком. Дополнительная скидка. Одна дверь, ребятушки, сейчас стоит 3000 рублей. Обычный ценник смотрим на сайте. Длина 2,29 для шкафа 2,36. Дверь Хамнос 50 на 2,29 в темно-синем цвете. Тоже по сейлу, скидка 2000 рублей. Киркинес, 4 панели для рамы раздвижной двери. Пробковые 75, то есть для 150-го и для 200-х рам. Пробка идет со скидкой 3000 рублей за комплект. Вообще для меня это как-то сомнительные двери, но... Значит, смотрите, комплимент. Выдвижная сумка для хранения со всем модулем, скидка 1000 рублей на все цвета для 58-го глубины, для 50-го каркаса. Ну, соответственно, можно через разделитель поставить и в 75-ку, и можно поставить и в метровое. Здесь две сумки. И пошел. Куда пошел? Потом разберешься. Стирать. Стирать пошел. Это размер. Все? И в баре в очередной раз ребята распродают вот такой готовый модуль. Скидка 3800 рублей. На какой конкретный элемент сказать не могу, это надо вычленять. Но вот такая открытая стильная гардеробная может обойтись в более бюджетные деньги. Ну, Эварли, кстати, постоянно распродают. В каждую распродажу его распродают, никак не распродадут, да, Дим? Они не берут его. Дорогой потому что. Потому что. Дюн гель скок облака. Детские 120 на 30 с прихватами. И лото девичьи точно такие же. 120 на 30 с прихватами. По 1000 рублей вместо полутора. А по плотности, вот они, ребят, шторки. Они не сильно плотные. То есть это там не блэкаут, ничего. Просто декор на окне. Но, тем не менее, слегка так солнышко приглушит. Вот такая хлопковая постелька с гамадрилками 6000 рублей вместо полутора. Хлопок Бангладеш. Рисунок вот. Чуваки синие. Да, тут странный зверь какой-то. Не видно зверушка. Детские просто не лен, ребят. И розовый, и белый, и синий. Кстати, сейчас стало классно. Помнишь, раньше они были в одном в двух цветах в пачке, да? И каждый раз мамочки решали, какую взять, синюю с зеленым, там розовую с зеленым. А здесь вот белая, розовая, чисто белая, либо синяя. Все по 400 рублей. Получается, одна простынь 200 рублей выходит вместо 300. Вот этот комплект уже который раз распродают. Никак не распродадут. Клеймик, красные точечки,
Вот этот Гулслав тоже уже распродают не первый раз, 200 рублей скидка. Здесь красивый очень орнамент, вышивка, как вот раньше мамы вышивали на постели. То же самое здесь. Одеялка Телвидинг, мелкой простежкой простегана, ну, как типа пледика такого накинуть. Скидка 300 рублей, цвет темно-красный, ну, фактически кирпичный. Детский купальный халат 800 рублей вместо 1500. Значит, размер 98-110. Но я считаю, что ребенку 110 коротковато, поэтому, грубо, лет до 3 не больше. Вот такой классный тигр желтый. 50% скидка получается за 500 рублей. Это, кстати, адекватная цена. Очень надолго хватает этих полотенец. Большой, ребят, капюшон. То есть даже уже на более взрослых, подросших деток лет до 6 совершенно спокойно хватит детеныша заворачивать. Двойка. Ребятушки, кровать желтая, Миннон, раздвижная. 5000 рублей вместо 7. 2000 скидка. Кто давно охотился? Пожалуйста. И, кстати, к ней же можно взять еще и матрас по скидке. Матрас для детской раздвижной кровати Innerlik 80 на 2. Ты где? Ой, как это, воздух. Как в метро. Innerlik, пружина Banel, то есть зависимого типа, но при этом для ребенка это вполне нормально. 12 сантиметров, хороший пенополиуретан, а скидка получается 500 рублей. И Omsint. Скидка 1000 рублей. Самый дорогой матрас. 12 сантиметров тоже толщина. Уже независимый пружинный блок. Omsint со скидкой 1000 рублей для раздвижных кроватей. Коробки Angelegen по 200 рублей вместо 400. Вот такие. И 250 вместо 500. Полребенка спрячешь, да? Угловые насадки «Патруль» по 169 рублей вместо 229, именно в виде лапок и именно в черном цвете. Гелевые ручки «Мола» 250 рублей вместо 350. Ребят, столько новинок появилось. Блин, даже жалко, что мы уезжаем в отпуск, и мы не сможем пока это снять. А может, в Ростове остановимся? А? В Ростове? Можно в Ростове остановиться и поснимать. Вот это дождик. Формочка для песка, замки строй, две штуки за 300 рублей вместо 400. Мы про них как-то уже говорили, у нас у Алены такие очень классные. Мы, кстати, дошли ровно до середины магазина. И кто досмотрел обзор до половины, ребята, вы молодцы, потому что мы уже, а вы, надеюсь, еще живы. А нам еще сколько, да? Ехать, да. Эльд Тюрель, прям как Эльдельтриер, да? 249 база. Сейчас 199. Красивый, хлопковый, двухсторонний. Здесь перехода от охры к розовому, а здесь просто черный. Бутылка Коркин, пол-литра, 79 рублей, вот с таким классным рисунком. Уже миллионный раз говорю, если любите бутылки Коркин, берите всегда в летний сейл, либо в зимний. Всегда распродают, то есть дешевле, чем просто обычная базовая прозрачная. Вот тебе ценник, я пошла, ты пока снимаешь, я дальше смотрю. Кому-то он мусахра. 69 рублей молочный шоколад с лесными орехами. Кстати, на первом месте сахар, а в шоколаде, в хорошем, должно быть на первом месте какао-масло. Но более-менее пойдет на четверочку. Сидр яблочный, 99 рублей вместо 120. Сандинг, игрушечный набор для мороженого, 10 предметов, еще цену скинули, ну, на 10 рублей. Тем не менее, мелочь, а приятно. Нас сегодня безопасники любят что-то, даже в своем же нижнем уже докопались. Так, следующие постельки по скидке. Энгс с Альвиа.
Двух с палочка 800, а одна с палочка 500. По плотности, друзья мои, где можно один возьму? Да. 104 ниточки, то есть самая тонкая икеевская постелька. Ну, вот это быстро сохнет на лето, прям оптимально. Юки, помните, вначале смотрели черно-белые, цветные тоже по скидке. 229 вместо 230 рублей. И как это называется? Он потом с пакетом идет как покупатель. Он даже не на работе. Ой. Один начальник. Некого поставить. Да. Мейлис, коврик преддверный, 99 рублей. Фонарь Ротеро Бирюза. Кстати, скидка на него была. Была весь май и весь июнь. Ее продлили до конца июля. 199 рублей. Так, это мы с тобой уже показывали. Пледы показывали. Кронер, подушку бордовую показывали. Еще и зеленая по скидке за 199 рублей. Зеленые пакеты из Тат с цветочным орнаментом. 2,5 литра, 25 штук. А? 2,5 литра, 25 штук за 79 рублей вместо 139. До сейла была скидка, они были по 99, сейчас 20 рублей еще скинули. Бери, народ, пользуйся. Это вообще меня скидка умиляет, ну не знаю, что хотите, говорите. 30 рублей скидка на зеленую банку. Белая прозрачная стоит 199 рублей. То есть сейчас что прозрачное, что зеленые корки на литровой стоят одинаково. Ребят, Икея красную посуду стала выпускать. Новинки ждите будут. Докатились, да? Да. Смакс это под камень, тефлон. А здесь тефлон, блин, опять забыла, какого класса. Лонгер. Вот, короче, классная сковородка-гриль за 1500 вместо 2000. Мы пользуемся обычной сковородкой-гриль, я ей очень довольна. Вообще, гриль сковороды для тех, кто любит кушать много овощей, это реальное спасение. Да и не только, причем это овощи. Да. И мяско. И можно. Мяско тоже вкусно. А, кавалькады красные, то есть все то же самое, только в красном цвете. Так, вот эта крышка мне нужна. Это у нас? Это из Винтерфеста, из зимней распродажи по 49 рублей. Такие панно, чтобы делать украшения на выпечке, на кофе, на какао, на чем угодно. 49 рублей. Спросил, скидок нет никаких. Кисть еще для... раз. На доске ты меня спросил, скидок нет никаких. Кисть для гриля со скидкой. Кстати, ты знаешь, что она съемная? И можно сделать расчлененку. 200 рублей вместо 300. И вот такой фартук из этой же линейки. Гриль Тидер. Кстати, классный. Прям именно такая джинса приличная, какая должна быть. Как обычный киевский фартук со всеми петельками и прочими. Эксплуатация классная. Уже сразу такой потертый. 399 рублей вместо 500. Дим, как у тебя вообще ощущение от распродажи? Есть что-то путное? Для себя я пока ничего не отметил. Для себя я хочу домой, да? Я жду, когда ножи вот эти будут по распродаже, вот такие вот. Вот тогда для меня будет. Жди. Угу. Утефест. Тарелка десертная, миска, кружка, все по 6 штук. Из плотного хорошего пластика. Из этой линейки всегда серия Самар. В прошлом году она была точно такая, что только в более нежных цветах. Ребят, по 149 рублей. И сумка-холодильник Самарлив тоже по скидосу. Скидка 300 рублей. Хороший объем, 36 на 26. В принципе, сумки себе показали неплохо. И что мне нравится, в отличие от других производителей, это вот эти штукенцы. Вот такая малышка сумка-холодильник 500 рублей стала стоить вместо 600. Ну, кстати, в период вообще полной изоляции, когда IKEA работала только на выдачу, они были по скидке по 500 рублей. Ну, в общем, все то же самое. Из фишек то, что она складывается вот так и удобно потом хранить. Тарелки Winterfest прошлогодней коллекции.
каким-то макаром Икея откопала из закромов. Я помню, мы когда в теплом стане в Москве после обучения в Siberian Wellness были, снимали обзор по Москве, по интерьерам, они были по 49 рублей, помнишь? Да. А здесь они по 99. Бумажные трубочки для напитков 79 рублей за 100 штук. Ребят, ну, пора уже заканчивать пластик-то эксплуатировать и постигриву. Давайте чуть-чуть начинать о природе заботиться. И вполне получается по 79 копеек трубочку может позволить, мне кажется, себе любая кафешка. Да, Дим? Да. Да. Говорящая голова. Нос Самарлив 33/33, разноцветный, 199 рублей. Как обычно, платье болгалы. Платье на век. В общем, подносы, ребята, реально у Икеи классные. Я их рекомендую от души. Бигфут скидка. Самая большая скидка. Целых 10 рублей. Была 49, стала 39. Пластиковая корзинка под что хотите. Бирюзовая. Смотрите, миски стримик все по 149 рублей. И зеленая, и синяя, и розовая. Это любимая миска у нас у одной из клиенток. Он очень красиво ведет Инстаграм по дизайну. И вот именно эту посуду всегда сервирует, показывает в своих обзорах. Значит, подставка сервировочная для сосисонов. Смокаут. 99 рублей вместо 279. Походу, вообще никто не берет, да? Да, конечно. У нас сосиски не едят. Нам такую в отпуск не надо? Нет. И вот такие салфетки Мустик Хэд, как раз к подносу в бабочках. 49 рублей вместо 100. Фрамкелла стаканы 6 штук, 420 миллилитров, 349 рублей вместо 549. Так, здесь по стаканам все, пойдем дальше. Катерти Самарлив 145/320 и 144/144. Та хлопковая, без какого дополнительного покрытия. Здесь лист монстера, здесь просто орнамент. 500, 450 и 1000. Ну, на эту более интересная скидка. Эту Самарлив показывали в самом начале обзора. Кстати, вот эти салфетки вчера еще стоили по 149, сейчас 129 рублей. И опять в сейл попали Эльфида салфетки. Две штуки, такие атласные. Так обычная цена у них 100 рублей. Ой, 200 рублей, это 100 рублей. 50 рублей салфетка получается. Подставка-держатель Glastis. 6 штук, желтый медь. Ребята, они с подставкой идут. То есть их можно складывать вот так стопочкой. И при этом их очень часто любят дизайнеры. То есть не только, да, под стаканы, но вообще под все что угодно. Сколько у нас получается, Дим, скидка? 100 рублей, да? Гурли чехлы фиолетовые, 50/50, 129 рублей вместо 200. На замочках очень хорошо себя показали в эксплуатации. По гурли вообще, в принципе, нареканий никогда не было. Дальше. Вигдис. Вигдис, по-моему, с волокном рами, да? Да, это волокна рами, это крапива. 399 рублей, скидка 200 рублей. Дальше. Майя Лота, ярко-синий, оранжевый, двусторонний чехол, 179 рублей, скидка 50%. Следующий чехол, Небфли, черно-белый, черно-разноцветный, 179 вместо 230 рублей. Тоже двухсторонний. Прикольный, неплохой чехол, можно слегка освежить ассортимент, интерьер. Те чехлы мы, Дим, уже снимали в предыдущих отделах. Чехол на подушку, бархат золотой, Сибрина, 200 рублей. Очень классный. Постельку снимали. Точно такая же подушка Дюнгельскок. 349 рублей целиком. Чехол несъемный. Если стирать, то вместе с подушкой. Дальше пойдем сразу сюда. Вот такой чехол Венче в точечку, бархатный, 249 рублей. Здесь плохой цвет передавать будет. Да, темновато. Здесь темно, и он на темном фоне. Дальше чехол двухсторонний, цветной, Лейкни, скидка 100 рублей. Барс... Фу, Баргск, Баргск,
скраба. А гардины, ну, блин, матрас советский, да, Дим? 2000 вместо 2500. Обзор по шторам есть? Смотрите более детально там, плюсы-минусы. Шторы Лизабрит, полный блэкаут, про который я вам давно уже прожужжала все уши, и в синем, и в бежевом цвете. Цена 2300 вместо 3000. Ребят, это адекватные шторы за нормальные деньги, если нужно, да, блэкаут и, допустим, куда-то в гостиную. Бежевый вообще огонь смотрится, пойдем покажем. Ну, синий все-таки они специфичны за счет своего цвета, а беж, они прям вот такие классика-классика, сочетаются с чем угодно. Ну, для более классических интерьеров, как считаешь? Да. Оператор, у меня уже все. За 2 часа съемок Бобик сдох. В этом вся Таня, да? Да. А, держатель для узких карнизов Видго. 400 рублей вместо 600. А, это все везде он. Просто ткань, кстати. Кей стала просто ткань сюда в эти карнизы зашпундюривать. Коврик Алерслев 57 на 120 желтого цвета. 400 рублей вместо 600. Можно чистить из керхера. В машинку стиральную не получится засунуть. Кто смог, расскажите. Ковер Виндеркпут. Такой вот он разноцветно-орнаментный. Орнаментный. 133 на 195, скидка 500 рублей. Ребята, это обычный вот такая вот, да, плотный икеевский ворс, и по нему, заразу, очень плохо идет пылесос. И вот на этом ярко-синем цвете мусор будет весь и всегда. Это прям вот к бабушке не ходи. Зеленый ковер. Хильдигард. 133 на 195, скидка 1000 рублей. Зеленые, красивые дубовые листья. Но мусор будет собирать не меньше. Имейте это в виду, потому что все икеевские однотоны мусор собирают. Статгольм, шерстяной, ручной работы. Размер 170 на 240, скидка 3000 рублей, забили его в самый дальний угол. Что ж его тут найдешь? Его не увидишь. Его не увидишь, реально. Вот пройдет человек, 10 раз мимо него пройдет, не смотрите увидишь. Смотрите на сайте. Мы цвет передачи вниз, можем вам передать. Сизалевый ковер Вистофт. Кто хочет безворсовик, натуральный, из натуральных материалов. Скидка, ребят, ну, 50 практически процентов, да? 4 вместо 8, 7 вместо 11, 10 вместо 15. Все зависит от размера. Этот ковер Икея распродавала еще зимой. Распродавала они их по 1000 рублей. Сейчас тоже пустили в сейл и сделали цену 1400. Ребят, нечестно так. Распродавали зимой за эти деньги, распродавайте сейчас за эти же деньги. Вот. Вот такая вот круглая тряпочка Винтера 2019. 899 рублей вместо 1500. Хлопковый, берзворсовый, 1,20 м диаметр. Уважаемые покупатели. Ковер Ловнс. Короткий ворс, 60 на 90, скидка 200 рублей. Ребят, посмотрите, какой это мусоросборник. Мне кажется, дома любая хозяйка его через неделю просто выкинет. Со словами, нахрен нужен. Поэтому даже за 500 рублей дорого за этот ковер. Угу. Фагер. Гинст. Одна спалка. Нет, двухспалка. 800 рублей вместо 1500. Вот он, серо-черный. 154 нитки. Кудрвива белая, односпальная, скидка 50%. Лен один из самых износопрочных материалов, но здесь, ребят, лен специальной обработки, он очень мягкий и очень нежный, он не колючий. Поэтому, кто давно ловил пудервиву, ценник классный. Постель Блавинда, двухспальная. С одной стороны бежевый, в полоску, с другой однотонный. Вот он. Скидка 400 рублей. Здесь, ребята, перкаль. Это одна из самых прочных тканей в плетении. И при этом он очень гладкий, мягкий и дышащий. Это все хлопки. Не пугайтесь таких названий, как лиоцел, перкаль.
Ребята, это реально классные постели. Когда они по скидке, их надо просто брать. А, нет. Sorry. Дальше. 104 ниточки. Ватенфрене. Одна спалочка. Тоненькая, легенькая, с новым интересным орнаментом. 500 рублей всего. 152 нитки. Двушка. 1300. Однушка 800 рублей. Ценник адекватный. Цвет очень нежный, сиреневый. Давно вообще на нее ждали сейла. Двала, синий, хлопок, одна спалка. 600 рублей вместо 1000. Нет, меня прям очень цены на постель удивили. Реально цены классные. А дальше смотрите. Рангердес. Вот он. Очень красивый. Лиоцел. Скидка 50%. Но, ребят, он прям вот яркий, да? То есть тяжеловато, может быть, спать на таком в плане цветовой гаммы. Но постелька очень красивая. Одна спалка, скидка 50%. Двушка, скидка 1000 рублей. Так, Эльбара, она была и до сейла по скидке. Так, эти мы показывали. Эти мы показывали. А, вот такой кружок. Крокусилья, двушка 900, однушка 700. Хороший хлопок. 152 нитки, то есть это классика Икеи. Но единственное, а нет, на клепках. То есть где 152 нитки, там обычно всегда уже есть клепка. Смотри, разница. Белый пудр Вива 2000, а оливковый пудр Вива 1300. Да я лучше белый возьму. Так, этих цветных товарищей мы показывали. Санкфилоса, Марстер, это все мы показывали. А, дальше наволочки. Двала голубая. Ну, опять же, зимой была в сейле за копейки. Сейчас, ну, как бы, не совсем. 150 рублей за две наволочки. Получается, вместо 100 рублей, 150 рублей за... Ну, да, скидка 50%, вместо 150, 70. Пудр Вива, одна наволочка. А скидка получается 200 рублей. Вот она, Пудр Вива. Лен. Ну, как раз к постельке к белой можно отдельно прикупить. Простыня натяжная серая Пудр Вива 90 на 2 1800. Двала натяжная голубая 90 на 2. Это Вардал. Разобрали уже. 350 рублей. Опять начнется ловля бабочек в штанах. Так, двала голубая, 140 на 2, 400 рублей. Вот она. Дим, покажи, пожалуйста. Пудр Вива, 1,40 на 2, 2000 рублей. Пудр Вива темно-серая, 1,80 на 2, 3000 рублей. Двала голубая, 1,80 на 2, вообще 500 рублей. Так, Грузблат, мы про него сказали. Он в тот угол пойдем, там один, а там его уже и нету. Щетка для унитаза Брогрунд, 200 рублей скидка. Кстати, кто не в курсе, у всех икеевских щеток можно развинтить. Но здесь на клей посадили и поменять щетки. Щетки набор стоит всего 130 рублей. Поэтому берите сразу хорошего качества держателем, чтобы вам хватило надолго. Ребят, серия Гадмаргон тоже со скидкой, именно в цвете кашен темно-серый. Ну, скидки реально классные. А, был шкафчик зеркальный 15, стал 9. А шкаф под раковину был 14, стал 8500. И пенал был 16, стал 9500. Опять же, по Гадмаргону обзор есть. Вы можете посмотреть. А дальше Гадмаргон высокий, решен белый. Ну, ребят, я про него уже свое мнение высказывала. Хотите заморачиваться с натиранием? Welcome. 9500 вместо 16. Гадмаргон просто белый, ребят, просто белый. Давно на него скидки нет. Что упало у нас? Что пропало?
Нет, я вру и не краснею. Из этой же серии Рёшин 7800 вместо 13. И зеркальный шкафчик с подсветкой стайрум вместо 13 стоит 11. Мы вообще сегодня какие-то ошалелы, снимаем уже шиш знает какой час. Я сейчас посмотрела на себя в зеркало, я вся помятая, пятен где-то уже успела даже насадить. Смотри, навесной шкафчик, как прикольно сделан, да? Вместо пенала, когда вам мало места, вы можете два узких шкафчика повесить, и будет пенал. Вместо 6 – 3500. Широкий, точно такой же, с кайром. Решен, все уже, Таня заговорилась, решен. Вместо 16 – 9600. Дальше, смотрите, тоже так интересно. Годморгон, кашон темно-серый. Ни шкафчики, ни раковина, ни по скидке, а именно пенал со скидкой. Ну, как ты это? Как ну, тут замануху дают. Ну, да, что ты это со скидкой взял, остальное без скидки взял. Теперь еще смотрите. Столешница Вискон серая. 82 на 40 и 62 на 40. Ну, тут 1000 рублей, здесь 500 рублей. Мелочь, а приятно. Накладная раковина, раковинюшечка, манехонькая. 500 рублей скидка. Годморгон глянец белый. Ребят, скидка 2500 рублей. Кто давно хотел глянцевую среднего размера раковину, тубочку 60 на 23, цена очень классная. Вообще, я довольна скидками на Годморгон. Их не было давно, и пора было уже икеюшку потрясти. Вот такая шторка для ванны. Саксельвен. 550 рублей вместо 700. И в белом цвете то же самое. Полотенце от Шон 50 на 100, классический размер для заворачивания головы, 200 рублей вместо 350. Что-то мне подсказывает, что это братья китайцы, потому что только они делают для Икеи вот такие односторонние полотенца. Вся линейка флакан в сером цвете по скидке. Ну, скидка незначительная, хотя на маленькое полотенце 50%. И на большое полотенце такая тоже нормальная скидка. А вот на средний размер так, для массовости, да? Размазали. Ой, смотри, нам такие вот точно не нужны? Нужны. Нужны. Короче, придется Тане еще успеть 30 минут выделить по Икее, пробежаться для себя, да? Ну да, я пойду ручки возьму. Я в ручки поношу, я, да? Я поношу. А, бокалы для вина 250 рублей, 6 штук. А дальше полотенце пляжное с сумкой 700 рублей. Что я такое даже не знаю. Где сумка-то у него? Что для контента не сделаешь? О, смотри, прикольно. Ты, получается, его тудым? А он все дым. 700 рублей вместо 1000. Тыдыщ, тыдыщ, тыдыщ. Сумка растет на глазах, да? Ну нет выставочника, где я вам его возьму? А контент надо вам показывать. Вот. Сейчас прям быстро пробежимся по полотенцам, чтобы вас не грузить. Викфьорд в зеленом, в синем цвете. Маленькие по скидке 50 рублей. Сандвилан. 200 рублей скидка, 300 рублей скидка. Сальвикин. 150 рублей скидка, 100 рублей скидка. Сальвикин, кстати, классный. С одной стороны вафельный, с другой эти махровые. Значит, Викфьорд в розовом и в красном цвете тоже по скидке. Большие размеры без сейла. А коврики. Что у нас по коврикам есть со скидкой? Сандт. Рескин. 500 рублей вместо 1000. Блин, ну больно он же ядерный, да? Какая-то ванна должна быть специфичной, чтобы под него подошла. Потому что больше, ребят, по скидкам ковриков путевых я не вижу. Давай, Викфьерд, полотенце. Не полотенце, все-таки это коврик для ванны. Двухслойный. 300 рублей вместо 400. И в синем, и в кирпичном цвете.
Мешок для белья Снайда. 60 литров. Черно-белый. На веревочках. Хлопковый. Хотя, наверное, нет. Полиэстер. Мешок. Вешалка для полотенец Белуген. Кстати, на подобной вешалке мы фиксируем шторку для ванной дома, чтобы не покупать никакие специальные крючки, потому что люравская у нас сдохла, да, Дим? Нет, она просто заржавела. Ну вот, сдохла. Линейка Кальгрунд. Держатель для дозатора для жидкого мыла. Давай вот здесь. 199 рублей. Полка по сейлу, но пока нету. Вешалка две штуки, 300 рублей вместо 600. Кстати, хороший ценник на Кальгрунд. Кто хотел давно его взять, цапайте. А вешалка для полотенец Кальгрунд, 600 рублей. Скидка 100 рублей. Это полотенце мы уже смотрели. А, так, тут все. Косметичка черного цвета, очень удобно. У нас таких несколько, что мы у них только не храним. Для дороги, понятно, сейчас гостиницы недоступны, но тем не менее. Мини-отпуска у кого-то все-таки есть, надеюсь, что можно воспользоваться. Терциал зеленые за 600 рублей. Любимая икеевская мята, очень красивого нежного цвета. Про терциалы, вы знаете, я всегда вам пою везде, и здесь, и в Инстаграме, то, что это реально классная лампа за адекватные деньги. Лампа Стокгольм. Скидка 1500 рублей. Лампа настольная, хромированная. Регулятор освещения встроенный. Тяжелая. Вот не дай бог ее это шмякнешь, мало не покажется. Работает она вот на таком светодиоде за 400 рублей. Немона 3000 рублей. Напольный светильник белый. Немона металлический, ребят. Смотрите, где у него кнопка прячется. Многие думают, что она на проводе. Нет, она очень удобна внизу. Здесь он очень, как я говорю, да? Сейчас мне скажут, опять не те слова используешь. Ну, жиблый он, вот смотрите, какой он. Или там просто до конца не закручен. Да? Разболтанный. В общем, надо собирать руками, а не попой. Так, это немоны. Пойдем дальше по светильникам. Хорте в желтом цвете, таком, ну, цвет горчицы, 1000 рублей. Мы покупали, помните, оранжевый за 600 рублей, когда Надя в первый класс пошла. Лампа до сих пор горит, Надя уже в шестой идет. Сальвиден, фонарь. Нет выставочника, очень классный большой фонарь. Скидка 1000 рублей, это летняя коллекция. Он есть, хочешь покажу? Где? Пойдем, пойдем. А, вот он, красавчик. И зеленый. Смотри, какой красивый, да? На светодиод, на солнечной батарее. Ну, реально классный. Ну, интересно, как он будет передавать свет на стенки. Очень не знаю, как это будет. Так, по лампочкам. Смотри, какая. Кстати, вот эти лампочки часто ищут. 14 цоколь на 100 люминов. Малышей 99 рублей. Имейте в виду, у Икеи есть такие малышки. И вот эти лампочки. А, насколько я помню, они как-то заряжаются. Да ладно. Беспроводной регулируемый теплый свет, светообразный, молочный. Беспроводной регулируемый теплый свет. Объясни, что значит беспроводной регулируемый. Я что-то про... Ну, диммер это диммер, да? Ну, то есть беспроводной. Ну, кстати, написано. Так, короче, можно использовать с беспроводным регулятором яркости. Пластиковый светильник Спека 99 рублей. Вот он честно, уже пластиковый стал? Он пластиковый. Вот честно, это его красная цена. Дороже он быть не может. Ронарп черный, но его почему-то нет на выставке. А, нет, вот он. Вот такая шина Ронарп. А стоит она, друзья мои. Скидка, короче, 500 рублей. На три лампочки она. Так, ту мы уже показали. Здесь целая линейка софитов. Не могу больше. А линейка скининги. То есть, если я не сильна в освещении, здесь, получается, собирается шина, да, Дим? Да, куда это можно сделать будет? То есть вот сюда лампочки вставляются, такой конструктор. И вот это сейчас все по акции. Скидка, ребят, кстати, по 50%. Кто давно хотел вот эти все соединители, софиты светодиодные купить, у вас есть возможность. Икея, скорее всего, выводит, раз такую скидку сделали. Дима, ты его помнишь?
Ведро. Года три назад его рублей по 500, по 600 продавали, да? 2500, типа в сейле 1500. Ведро, блин, с болтами 38 сантиметров. Винтергата, 1350 вместо 2700. Такой вот фетровый абажур. Диаметр, по-моему, 38 сантиметров, если мне не изменяет память визуально. Диаметр 42 сантиметра. Но расстегнуть я, кстати, клепки не смогла, чтобы прям вот по-легкому. А, не, расстегнулись. В общем, лепестки. Все. Ведро Кнот, 16 литров, темно-синего цвета. Ребят, ведра классные. У нас белый, такой живет уже несколько лет на кухне. Единственное, что где-то через год начинает появляться ржавчина. Вот что хотите, делайте, но имейте это в виду. Вот такая корзинка Габис, плетеная, 799 рублей. У кого есть плурик черный, как у нас, очень классно вешать на крючки и сюда всякий хлам скидывать. Имейте это в виду. Но Габисов никогда идеальных не бывает. Поэтому, ребят, кто пользуется услугами посредников, не мучайте своих. Они вам идеальных все равно не найдут. Дальше. Корзина бамбуковая. Тилвипс. 25 сантиметров с крышкой. 200 рублей скидка. Так, это показывали. А, вот еще Тилвипс бамбуковая. 300 рублей. Под хлеб, кстати, классно, да, вместо хлебницы? Так, эти туесочки все уже мы показали. А, вот еще корзины, пойдем. Волокно банана. Кому много банана? 1600 вместо 1900. Из тополя, кстати, корзина. Тоже со скидкой сейчас. Смотрите, вся ручная работа, IKEA выпуляет ее. То есть фактически... А ее не берут. Она не востребована, да? Да. 1250 вместо 1600. Ну, небольшие такие скидки. Вот эту корзину можно использовать как кашпо. Загнуть, сразу скажу, не получится, наверное. Не, обмять ровно не выйдет. Ну, при желании можно. Ты кто? Водоросль. 1300 вместо 1600. Все, распродажа нас рассудила. Бастат. Барстат. Веник 130 рублей стал стоить. Мешок для обуви стал стоить 200 рублей. Кстати, кто собирается яблоки сушить, берите эти мешки, классные, хлопок. Нечего, даже, ну, как бы, не надо заморачиваться с шитьем, потому что они из нормального, хорошего хлопка. Корзина с ручками, скидка 800 рублей под белье или там под что хотите. Можно, кстати, малышей фотографировать, тоже классно будет. Так, из бастата что еще? Салфетка для уборки, две штуки, 250 вместо 350 рублей. А что, когда они там вырезали? Вот такие пакеты. Опять попали в сейл, никак не распродадут. Скоро зима, опять новый ценник будет. 99 рублей вместо 250. Кстати, вполне нейтрально. Можно на любой день рождения упаковать подарок, не шибко заморачиваясь. Вы поняли, что я имею в виду. То есть он нейтральный полностью. Вот такие коробки Фиела. 300 рублей. Малышарики 18-26 на 15. Здесь у нас вся линейка Винтер. Прям остатки, ребят. Смотрите. Ярлычки для подарков, ярлычки, веревочка, подарочный бантик, это коробка. Так, там мы снимали, эти коробки мы уже снимали. Ящик с отделениями стук, 200 рублей. Розовый, большущий, 34,51 на 10. Скидка 100 рублей. Контейнер с крышкой для дома и сада, клемары, клемтары. 700 рублей скидка на большой, вот на такой. И 200 рублей скидка вот на такой маленький. Но они на самом деле классные, они хорошо закрываются, фиксируются. И даже если, да, какой-то инструмент, и вода будет дождик лить, ничего не случится. Мы почти на финише. Остался отдел оформления и все. Я не знаю, какой час мы уже снимаем. На улице ночью. Вот такие малышарики декоративные подсветки. Кстати, в теплом стане по зиме продавались вообще задешево. А на выставке где у нас? Нету. Печально. Вот такие же, только малышарики. Угу. 300 рублей. Ну, скидка 100 рублей получается. Каждую распродажу. Какая-то свеча из свечей. Деглинет, не ароматическая, цветная попадает. Да? Да. Каждую. И, ну, такая скидка незначительная. Здесь получается скидка 40 рублей. Господи, его до сих пор не распродадут. Вермер.
Цена была 400 рублей за штучку, сейчас 49 рублей. Да разберите вы уже кто-нибудь. Дизайнеры. Даже уже по такой цене? Даже по такой уже не берут. Что говорить по полной? Так, друзья мои, мы на финише, мы в картинах. Брекста. 2 на метр 40 мост. Ну, конечно, ни хрена не натянут, если нормально натягивать картины. Очень хорошо спрятали скидку, да? Так? Да, вообще шиш найдешь. Ее так не найдешь. Но плотность стала другая. У нас картины старые очень плотные по сравнению с тем, что сейчас. Эти олени... Ну, слава богу, цветопередача не пострадала. Да, олени вернулись. Карта мира. Ну вот это вот очень классно. Она старая, давно продается. Скидка получается 50%, ребят. И смотрится хорошо. И имейте в виду, да, что можно раму не покупать икеевскую, если вы не хотите вот так делать, а хотите вот, чтобы картина вся была обтекаемая, можно просто сделать из деревянных. Из чего там? Ну, брусочки покупайте 20 на 40 и вот степлером. Он, лайфхак от Димы, вы экономите 3000. Ребят, кое-что из искусственных цветов тоже по скидке. Вот такие малыши фейки. 50 рублей на них скинули. Ну, они сейчас стали базовыми в каждом салоне красоты, в каждой студии, где только можно, они у всех есть. А потом, Дима, иди сюда. Вот такой набор из трех. А, тут скидка был 350, стало 270. Ну, такая незначительная скидка, но, тем не менее, она есть. Потом... Вот такая красота неземная. Была 1000, стало 300. Мне за 300 даже не надо. Угу. Потому что обычно киевские цветы как живые, а это здесь как мертвые. Вот такое искусственное растение. Кстати, классная икебана. Да, надо за 300 рублей. В горшок только поставить. Здесь и суккуленты. Все на свете. Вот. Пойдем еще несколько горшков зацепим. Кстати, они вот здесь как раз все. Но скурар неплохая скидка. Цитрамелис. А сокеры со скидкой. Дим, проведи камерой так вот медленно. И вот смотрите, кстати, интересные горшки уже с подставкой. 179 рублей. Ну, в принципе, ребят, все. У нас еще, я знаю, что сотрудники расставляют ценники, потому что распродажа только сегодня началась, поэтому, возможно, что-то еще обновится. Друзья мои, кто что успел купить, рассказывайте. А что ухватили, что есть в ваших магазинах по сейлу, по классному, чего мы не показали в Нижнем Новгороде, чего просто, например, у нас нет. Давайте, давайте, давайте. Мы это дело любим. Вы знаете, что комментарии, на комментарии всегда мы отвечаем. И, кстати, друзья, вы всегда страдали, что у нас нет тайм-кодов. Теперь у нас тайм-коды будут. Мы нашли девушку, запартнерились, которая нам за дополнительную оплату пишет тайм-коды. И Дима их просто вставляет. Так что со временем тайм-коды будут у всех обзоров. А кто досмотрел до конца, ставим лайк. Подписываемся, говорим спасибо Диме. Он мертвый оператор, который сегодня посадил со мной 3 батарейки, 2 флешки, не знаю, какое количество гигов, да. Бегал за мной. Я не знаю, сколько это будут в монтаже. Но... В общем, ребят, мы вас честно безумно любим. Со всеми всегда рады пообщаться. Все, мы уехали, ночь уже.